В этом году инфраструктура Кустанайской тепловой компании должна серьезно обновиться. Деньги на это есть. Евразийский банк реконструкции и развития выделил 3,2 миллиардов тенге. Еще 2 миллиарда тепловики получили из республиканского бюджета и 200 миллионов из областного. Таким образом, общая сумма составляет почти 6 миллиардов тенге. Однако больше половины средств заемные, а следовательно, их нужно возвращать. В связи с этим нам сейчас необходимо, вот мы сейчас чем занимаемся, сейчас это разрабатываем инвестиционную программу, разрабатываем тариф. Это совместно с ДКРМ на 5 лет. И туда включаем вот эти затраты по ЕБРР и, ну, и все необходимые вот затраты, там, чтобы выполнить эту программу и обеспечить безубыточность тарифа. Руководство тепловой компании отметило, что и так на сегодня цена за тепло в Кустанае одна из самых высоких по стране. Тепловики боятся, что очередное повышение может увеличить и без того немалую задолженность горожан за тепло. В связи с этим КТЭК и планирует возвращать деньги за счет оптимизации собственных расходов, ремонта инфраструктуры, а также вариантов дополнительного заработка. Приходится ужиматься. Соответственно, тоже появляется эффект экономии, который тоже мы заполнили. Ну, получается, вот, чтобы мероприятие по Европейскому банку выполнить требования, мы как бы все резервы вот использовали по тарифу, чтобы было минимальное воздействие на население. В этом году планируется ремонт почти всех котельных областного центра, дабы максимально увеличить коэффициент полезного действия. На сегодня оплата газа у коммунальщиков составляет более 60% от всех заработанных средств. Получается, уже невыгодно просто так сжигать. Надо сжигать, как говорится, со смыслом. То есть надо увеличить КПД, а для этого надо менять топки, менять технологии сжигания, там какой-то есть сейчас, вот вы слышали, когенерация, есть такое понятие, да, это комбинированное сжигание, комбинированное производство электроэнергии и электрической и тепловой энергии. На сегодня в Кустанае подобная технология уже применяется на ТЭЦ. Планируется, что на деньги Евразийского банка реконструкции и развития подобную технологию удастся ввести и на других котельных областного центра. Манарбек Ускулов, Дмитрий Гуренко и Андрей Деминок, РТН.